Всем привет! Сегодня я хочу заняться созданием ростового цветка для детской фотосессии. Что нам потребуется? Нам потребуется 4 рулона светло-розовой бумаги. Вы цвета подбираете те, которые вам по душе. Значит, у меня 548, таких 4 рулона. И еще вот такая светлая, она не белая, у нее номер 603. Такой потребуется один рулон. И ножницы. Для первой части мастер-класса этого будет достаточно, потому что мы будем долго и интенсивно разбираться с вами с лепестками их количества. Итак, вырезать мы их будем начинать с наиболее крупных. Для этого берем рулон гофрированной бумаги и отрезаем полоску 35 сантиметров. Таким образом, нам нужно будет разрезать 1,5 рулона. И еще от одного рулона отрезаем половину. Теперь наши полосы разрезаем на кусочки. Это будут заготовки крупных лепестков по 16 сантиметров, 16-17 сантиметров. Итого у нас крупных лепестков 17 на 35 должно получиться 18 штук. Теперь берем целый рулон бумаги и разрезаем на полоски по 16,5 сантиметров. Целый рулон. И разрезаем на прямоугольнике по 9 сантиметров. Так, готово.
считать эти лепестки, честно, у меня нет никакого желания, но вы будете знать, что на них ушел ровно один рулон. Еще один целый рулон, и его мы будем разрезать по 25 сантиметров. Так, и нарезаем на кусочки по 12,5 сантиметров. Так, теперь берем ту половину рулона, которая у нас осталась от нарезки, чего она у нас осталась. В общем, какие-то полурулоны у меня остались. И нарезаем лепестки размером 12,5 на 7. И таких нам потребуется 16 штук. Так, и теперь самое интересное. Нам нужно будет нарезать 50 маленьких лепесточков. Маленьких на сколько? Высотой они будут 10 сантиметров, а шириной 5,5. Притом мы их будем вырезать двух цветов, розового и вот такого вот светлого. Для этого можно смело брать остатки нашей бумаги. Вот эти полоски не спешите выбрасывать. Если вы будете делать стебель не зеленым, а будет у вас композиция монохромная, они вам еще потребуются для обмотки трубы. Thank you.
Так, теперь такие же лепестки вырезаем из светлой бумаги. Теперь из заготовок мы будем вырезать лепестки. Все они будут иметь одинаковую форму. В них мы обрезаем уголок. И в нижней части тоже уголочки делаем более плавными. Вот что у нас должно получиться. Таковыми будут все лепестки. Можете вырезать их по одному, но это будет очень долго. Я же советую брать сразу несколько штук, складывать пополам и обрезать уголочки. Это самые мелкие наши. Вот такие лепесточки мелкие у нас получились. Аналогично вырезаем и все остальные. Да-да, и вот эту гору лепестков также. Так, я одолела лепестки. Смотрите, вот у нас самые большие, а вот самые маленькие. Теперь нам необходимо придать им форму. Так, для этого мы берем лепесточек и растягиваем. Можете растягивать сразу по несколько лепесточков. Собрать их стопочкой. 2-3. Так и дело пойдет быстрее, и вы не сможете переусердствовать силой.